Гришки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в новую серию «Выбери правильный». И в этой серии у нас будет пляжный сезон. Ну, то есть, как бы уже скоро лето, уже скоро все купи-купи будут, там, плавки, шмавки, ласты, акваланги, акулы, откусанные жопы и многое-многое-многое. Поставь лайкусик на этот ролик, если летом куда-то поедешь отдыхать. А если не поедешь, ну, напиши в комментах, мол, а я в своем же посранске останусь, а вы там куда-то поедете отдыхать, как так? Неважно, неважно, потому что у нас сегодня серия «Выбери правильный», и сегодня мы с вами, пацантры и пацанессы, будем купаться в бассейне. В бассейне, понимаете? Знаете, как бы на улице еще весна, там середина апреля, мы с вами будем в бассейне купаться. Поэтому я предлагаю, давайте, по очереди, давайте не все сразу, отойдите. Сухарик, давай первый, синий, давай ты, Стасик, красный. Ладно, сухарик, мы, ну, подожди, а кто в этот раз? Я предлагаю, чтобы в этот раз у нас пошла Мия или Стасик? Подожди, кто был? Мия. Я пойду. Нет, почему? Ну ладно, хорошо. Мия сама выбрала. Стасик, в тюрягу давай заходи. А мы потопали. Мы потопали вместе с Мией. Сейчас все сам увидите, насколько Мия у нас будет красоветочка, красопеточка. Поэтому Мия ожидай здесь. А мы, сухарик, давай пошли. Господи. Мне уже страшно. Он уже успел сказать господи. Поэтому, Мия, пойди сюда. У тебя здесь батут, тебе нужно распрыгаться. Распрыгайся как можно выше. И потом просто залетай бомбочкой, не бомбочкой. Короче, прыгай как хочешь в бассейн. Сухарик, не твоя очередь. Твоя очередь будет чуть позже, успокойся. Мия, иди сюда, да не бойся ты, да не бойся. Иди сюда. Выбирай сразу, куда ты пойдешь. Налево, направо или по центру. Выбирай. Пока Мия думает, куда пойти, поддержи, пожалуйста, нас лайкусиком. Потому что мы реально придумываем каждую серию все больше и больше всяких наркоманских вещей. Я уверен, что в этой серии, ну, ржача будет не меньше, чем в предыдущей серии. Утка, иди сюда! Утки любят плавать, поэтому давай, выбирай, куда ты пойдешь. А я не люблю плавать. Ну ты не любишь, сейчас нужно будет учиться. Короче, у нас здесь много всего интересного. Мия, от тебя зависит твое будущее. Распрыгайся как можно выше и давай, ныряй. Только попади в водичку. Давай! Опа! Бульк! Так, ну значит ты должна выбрать то, что по центру. Ля! Надевай. Ля! Не будем говорить то, что кто выбирает. А то Стасик еще спалит потом. Мия, выбирай, что тебе больше нравится. Какой тебе больше сундук нравится? Слева, справа, по центру, я не знаю. Опа, оп. Ну, короче, у нас... Подожди. У нас сегодня, как я уже сказал, просто тематическая вечеринка, пляжная вечеринка. И Мия выбрала оружие Аквамена. Прям трезубец. Давай, Мия, дальше выбирай. Понятно, то есть мне хана, да? Я, ну, почему хана, Стасик? Опа, так, подождите, здесь у нас сейчас будет такой моментик. Мия выбрала образ карлика-гения. Мия, ты хотя бы на секунду представляешь, какой должен быть образ карлика-гения? Ну, хотя бы не те, которые идут. Ну, просто очень мелкий и с очень такой большой башкой. Поэтому давай сначала делай себя таким, и потом продолжим. Ну, какой ты, знаешь, какой-то ты высокий карлик получается, но зато башка, смотри, какая огромная, 2 раза больше, чем моя. Давай, гений ты наш, Мия, выбирай дальше, что у тебя там на очереди. Давай, дорогая. Да твою ж... Да, но ты посмотри, что было... Она выбрала самое нормальное. Она выбрала бронежилет. Мачуган не выбрала. Давай надеваем ее. И бронежилет, и трюханы наделяй, стринги. Их не видно, хорошо. Их не видно, зато бронежилет видно. Давай дальше выбирай. Пожалуйста, что-то нормальное. Ты реально меня троллишь? Она нас просто троллит. Понимаете, вторую серию подряд выбирает самое нормальное, что вообще существует. У нее и образ самый нормальный, и шмотки самые нормальные. Походу кто-то... А, подожди. А почему не большие? Подожди. Я представляю, как бы ты выглядела в ластах. Хорошо, да. Выбирай дальше. Я просто хочу, чтобы кто-то выбрал... А, да, у нас в этой серии будет не только образ, а и скин.
Мия, в чем разница? Мия, тебе нужно поставить скин голой жопы. Понимаешь? Иди сюда. Посмотри ты на нее. Я не хочу. Мия, ставь скин. Иди сюда, иди сюда. Подойди сюда. Подойди сюда. Сначала разденься и ставь скин. У нас сегодня как бы пляжная вечеринка. А на пляже, естественно, нужны купальники, вот плавки, вот это все остальное. Поэтому, Мия, мы хотим посмотреть, как ты будешь выглядеть буквально через раз, два и три. Пляжный сезон открыт. Почему эти тапки такие угарные? Посмотри, как она смешно бегает. У нее рак. Так, ладно. Стасик, мы про тебя не забыли, мы про тебя не забыли, просто здесь, ну... Меня смущает фраза, что у нее самый адекватный шмот. Да, у нее самый адекватный шмот, Стасик. Мия, покажись, пожалуйста, Стасику. Иди сюда, иди сюда. Посмотрим. Ну, конь где-то у меня такая есть. Как тебе? Как тебе? Мне кажется, тебе прям тапочки на вырос, знаешь, на всю жизнь купили. Распрыгивайся, сразу распрыгивайся туда, какой сундук ты будешь выбирать. Или центральный, или левый, или правый. Давай сначала выбери, а потом уже распрыгивайся. Ну что ж ты такое? Да ты плохо распрыгался! Стасик, тебе больше нужно было распрыгаться. Ладно, хорошо, у нас опять чертовки будут сражаться между друг другом. Что у одной злой как черт шапка, что у другой злой как черт шапка. Ладно, только на нее посмотри. Давай, Стасик, дальше, выбирай. Что у тебя там на очереди? Ой. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы реально... Да что у одной... Мне кажется, ли женская логика очень похожа, что одна мыслит, ну, вот так же, и вторая так же мыслит, как и первая. Несмотря на возраст. Несмотря просто, что одной 17 лет, что другой 24. Я посмеюсь, если... Что она выбрала? Образ бородатых сисек. А, то есть гений-карлик это более нормальный. Гений-карлик это, в принципе, ну, как бы, она девушка, и у нее сейчас будет борода, понимаешь? Стасик? Ты тонешь. Стасик, титюньки появились, вот это у тебя появилось. И борода, в принципе, тоже появилась. Ну, такая седая нормальная борода, хорошо. Стасик, давай дальше. Выбирай. Я говорю, я просто реально говорю, что одна выбирает одно и то же, что другая выбирает одно и то же. Да вы издеваетесь, да выберите вы уже хотя бы что-то другое. Потом вы выберете это. Реально, сухарик, как Мика... Да, в смысле? Она выбрала то же самое? Да. Тапочки, она... Да ты что, издеваешься? У нее точно такой же шмот, как... Ладно, для разнообразия вот это выбирать. Вы издеваетесь? Ты выбрала тот же сундук, что выбрала Мия. Почему это бабская логика, знаете? Это бабская логика. Понимаете, что в прошлой серии? Вот помните тот момент из прошлой серии? Давайте сравним. Это у нас команда девушек. Крылья, все как должно быть, да? Это у нас команда мальчиков. А, стринги, лифчики и титьки на пол экрана. И юбочка. И юбочка. Почему нас эта жизнь так не любит, а, сухарик? Когда у девушек самый нормальный шмот, а у пацанов просто реально какой-то фрик-шоу. Просто ходят какие-то, я даже не знаю, как это назвать, честное слово. Они выбрали... Те же самые сундуки. Что одна, что другая. Ну, практически. Одна у нас гений карлик, другая у нас бородатая тетюстая баба, поэтому... Вот так вот. Нормально, да? Да ебучий идёт этот купальник. Шикарно просто, шикарно. Подожди, а ты тапочки забыла? Ну... Почему мне на вырост всё время? Мии на вырост. Короче, ладно, пляжный сезон открыт. В этой серии мы будем не доши кушать. Тебе полстака бутиков, Стасик, и тебе полстака бутиков тоже, Мия. Держите. Реально, в прошлой серии они были ангелами, что Стасик, что Мия. А в этой серии они демоны. Если ты не видел, как Мия ходила с крылышками и как Стасик ходила с крылышками, посмотри обязательно предыдущую серию, подсказочка на нее будет прямо сейчас надо мной. Не будь ленивой сракой, а! Посмотри обязательно, ну нажми ты на эту подсказочку, посмотри, потом возвращайся сюда, если ты вдруг не видел предыдущую серию. Ну шо, вы готовы? У неё тапочки, как у утёнка. Я говорю, желтый бы. Ей повезло то, что ещё ласты не выпали. Вы готовы, дети? Сухарик, запускай шарманку. Нельзя, ничего, давай запускай шарманку. Как только шандарахнет молния, сразу же начинайте. Поехали! Топка, я просто не могу смотреть на Мию, это какое-то... Давайте, кто выиграет? Просто одинаковый, у всех одинаковый шмот, что у нее, что у Мии. Давай, Стасик, текай за городу.
поэтому будем долго себя убивать, нет? А, ну ладно. Здесь странный у нас кустик. Меня тут... Я тебя поздравляю, мне кажется, твои тапки на вырос прям тебе очень сильно помогли. Стасик, 500 рублей должна, гони бабки на бочку. Да подожди, дай это пахнуть. Я себе нормальную одежду, три тапочки хотя бы нормальные. Ну, купишь себе нормальную одежду тогда, когда мы сделаем магазин нормальной одежды, пока что его не существует. В общем, Сухарик, ты в тюрягу, Сухарик, а я пошел выбирать шмотки. Если в этой серии, пожалуйста, Карма, я тебя очень сильно прошу, пожалей меня в этой серии. Я понимаю то, что я всегда смеюсь над серией, когда они какие-то дебильные шмотки выбирают. Но не каждую же серию, какая-то уже четвертая, пятая серия подряд, когда меня наказывают. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать? Слева, справа или по центру? Вот прям какой вам нравится? По центру. Хорошо. Тогда я вас слушаться не буду, пойду вот сюда. Сейчас, я надеюсь, что там по центру была какая-то фигня, то что меня просто хотели подставить. Опа! Я себе ногу сломал, спасибо большое. Так. Да ёха! Подожди. Да, пляжная тапочка, да это уже хорошо. А там по центру что было? Там ласты были. Слушайте, сегодня всех все проносит, практически на день. Сухарика. Я не знаю, что там сухарика будет, сейчас посмотрим. Кого? Волод, папина мощь. А какой он огромный, смотри. Мне кажется, я сухарику просто одной плюхи всю черепушку сломаю. Так, подожди, у меня побольше, мне кажется, будет. Так, дальше. Что здесь может быть? И что мне лучше выбирать? Ну, я же мальчик. Так, давайте вот это выберем. Я же говорил. Это шутка. Это реально просто шутка. Почему вторую серию подряд? Пацаны, бабы, а бабы пацаны. Реально стринги, реально левчуган. Одевай, я хочу посмотреть. Ну, день, давай. Ля какой красивый, ля. Подожди, такой же камбухи у нас никогда вроде не было, даже в предыдущей серии такого не было. Ладно, спасибо большое. Так. Кстати, не сочетается комплект разных цветов. Не сочетается, ну как бы, извините, я никогда не носил лифчики, трусы, поэтому... Не, подожди, трусы я носил, бикини я Я трусы всегда ношу, стринги я не носил. Давай, так, выбирай. Пожалуйста, что здесь еще может быть? Давай. Что там? Ясно. Зато будет подходить к твоему лифчику. Зато... Где? Да, титьки выпирать будут, так некрасиво лифчик будет смотреться, мне кажется, так тоже нормально. У меня прям, знаешь, борода так в лифчик уходит, прям прикрывает, декольте прям. Так, хорошо, что здесь еще может быть? Скажите мне, пожалуйста, что здесь может быть нормально? Подожди, я вот это выбрал, да? Я это выбрал? Да, хорошо, значит, я большой молодец. Тогда... Шляпа, я джентльмен. Ёпта, подождите. Подожди, это вообще нормально то, что у меня шляпа на шляпе? У меня на скине кепка. Я на кепке шляпу надел. Это мода. Это новая мода. Давай. Не страшно. Голая жопа, здравствуйте. Подождите, мне просто интересно, как это вообще выглядеть будет. Подожди, красавчик, да, наверное. Вот прям красавела. Почему ты же сына трусака? Почему ты сына трусака? Подождите, мне кажется, хотя бы с ластами меня пронесло. Я не знаю, в ластах я бы вообще, наверное, как имбецил какой-то выглядел. Стою в лифчике и в стринах и говорю с бородой и в шляпе на шляпе с папиным молотком и говорю то, что я выгляжу не как имбецил. Ну, мне кажется, я здесь пока что самый красивый, что, ну да, ладно, хорошо. Сухарик, твоя очередь. Сухарик. Только не подсказывай. Тебе нравится. Реально прям пляжная вечеринка. Хорошо, сейчас посмотрим, как Сухарик оденется. Если он оденется хуже, чем я, то это реально карма. Плохо. Господи, какой ты... Ты смотри, как поплыл!
Да что я не могу. Можно я их сниму, они в воде лагают? Стой, походи, походи сначала. Походи, походи, походи. Походи, да, какой? Ля, какой. Да, да, я примерю, да, я примерю. Мне интересно, как на мне это будет. Они замедляют? Ну, мне кажется, если бы мне это выпало, то на мне бы прям это идеально смотрелось. Просто идеально. Держи сухарик, это твое. Я надеваю свои пляжные тапки и давай выбирай дальше. Ну, слушай, у нас сегодня три Аквамена будет. Три Аквамена, у меня одного папина мощь, пукалка. Давай дальше, давай дальше. Ты один будешь таким. Спасибо всем, я сегодня единственный, я реально, все, я со следующей серии молчу всю серию. Вы сами ведете рубрику, вы сами записываете ролик, я молчу. Реально, это карма, ну это капут какой-то, ну почему я страдаю больше всех? Что-то образ и три бородатых сиськи. Ну хотя бы повезло, сегодня ни одного жирнича нет. Ну прям реально, вот прям пробивает бронежилет, давай у тебя еще два выбора осталось. Опа, посмотри, вот это... Лёля! Но они немножко ухудшают зрение, ну совсем немножко ухудшают, у тебя все белое становится, поэтому ну, сухарику не так повезло здесь, давай выбирай дальше. Вы понимаете, у него изумительный... Подожди, голыш. Короче, сегодня так совпало то, что все просто будут в пляжной одежде, а у меня вообще, на мне как бы вообще двое труселям, поэтому я здесь вообще исключением. Пожалуйста, давайте повторим то, что было в предыдущей серии. Девушки, станьте, пожалуйста, с одной стороны. Сухарик, иди сюда. Стань возле меня, пожалуйста. Вот как выглядят девушки. Угу. Вот как выглядят мальчики. Я даже не знаю, Сухарик, стоит ли нас мальчиками назвать, потому что, ну, как бы... Я реально не знаю, что происходит в этой жизни, не знаю, почему за весь сезон этой рубрики мне ни разу не везло с нормальным шмотом. Давайте остановитесь, уже закончим эту фигню, я уже заколебался, реально хочу нормально одеться, а не вот так в шапке со шляпой ходить. Ты готов? Запускайте эту шарманку и давайте заканчивать. А ты понимаешь, что я все вижу? А, так Сухарик же все увидит, у него вот это ночное зрение. Ах ты ж пописяка! Ах ты... Папик, сяк, иди сюда! Дай, подожди, а почему так сложно попасть? Я чё, ничего не понимаю, подожди, Сухарик, подожди, чё-то жесть. Стой, какая-то. Стой, Сухарик, чё-то, ты. Чё-то жесть какая-то. А почему так смешно смотреть? Не дай, Сухарик. Потому что мы с ним бегаем, как дебилы какие-то просто. А почему как? Что один, что другой? Почему как, да? Ну вот именно, почему как? Иди сюда! Ты смотри, какой... Как убегает, так убегает. Добегал. Я не хочу с ним мыслить, я не хочу. Значит, уберите, пожалуйста, спасите мою задницу в стрингах! Спасите! Да спасите вы, пожалуйста, хватит меня биться в стрингах! А, ну да, иди! Ты смотри! Дисквалификации! Я сейчас забаню эту пописяку, честное слово. Руками после боя не машут, Сухарик! Так ты меня бьет! А ну! Чё за дичь, вы меня невидимый, какие зомби меня... Вы с ума сошли, там никого не было! Кто меня бил? Да какие зомби? Где здесь зомби, видите? Они подземные. Да вы с ума! Всё, я убрала их. Я не понимаю, ладно. Запускайте шарманку, запускайте. За первое место. Я готова так сюда. Давай! Папа, давай договорим, пожалуйста. Куда? Ага, будешь здесь бегать, да? Ну, и сама в себя выстрелила. Так нельзя! Да что, подожди, меня здесь плющит вообще. Не повезло. Мия, не надо! Не чекайте. Да... Мия, у меня было полсердечка. Подожди, ты в лаву упала? Да. Вы заметили, что мне каждый раз не везет со шмотом, но почему-то каждый раз везет выиграть в таком дебильном шмоте. Мия, штукарь. Штукарь гони. Давай договоримся, мне деньги нужны, я кушать хочу. Я понимаю, но ты мне штукарь должна, поэтому гони штукарь мне. Иди сюда, да иди сюда, ты мать!
вот это мое. Вот это ты мне не шкукарь дала. Ты мне дала 500 рублей. Мия, ты мне еще пятихатку дал. Давай пятихатку. Гони. Гони бабки на бочку. Все, выиграли в следующей серии. Мы подумали, то, что нечестно получается, последние 4 серии второе место почему-то вообще ничего не получало. То есть сейчас у нас будет сражение за третье место, и тот, кто победит, получает 100 рублей. А тот, кто на втором месте, получает 300 рублей. Поэтому Мия, в принципе, может себе там, не знаю, что-то купить. Мороженку, пироженку и кофеечек. Вы готовы? Вы готовы? Нет. Да в смысле нет, Мия, иди давай запускай. Ля-ля-ля-ля-ля, смотри, какая хитрая жопа, какая хитрая жопа. Смотри, он уже куда... Да почему вы начинаете до того, как молния даже шандарахнула? Давайте, 100 рублей, 100 рублей на счету, 100 рублей на счету. Кто затащит, кто затащит, кто затащит, кто затащит? Давай, 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 давай! Мия, ты с ума сошла, сколько ты заспалила? Да сейчас всю карту просто разнесут в хлам! Убегайте! Стасик, да ёп, вот это самое. Будьте сами чинить эту всю карту, честное слово. Сухарик, сухарик, у тебя есть ласты. В принципе, ты можешь пополнять лавы, мне кажется, ты в ней гореть не будешь. Ну, ласты же решают все. Поэтому давай, давай, в лаву, сухарик. Ну ладно, хуй знает. Ой, 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 кто-то, кто-то там бочку подорвался. Тикайте, тикайте, лучше тикайте. До свидания. До свидания. Ой, 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 кто? Ой, Стасик, да подбирайся! Стасик, ты... Подожди, Айс, Айс. Как ты умерла? Алло. Мне так уже нечестно. Так, ладно, ладно, в этой серии... Сухарик, третье место. Заслуженно, заслуженно. Это тебе. Ну ладно, ладно, я шучу, не вот это тебе, иди сюда, иди сюда. Стольник, держи стольник. Ставьте, пожалуйста, диванчики. Ну не расстраивайся ты, Стасик, ну в следующий раз повезет. Как это выглядит? Почему тапки вообще в воздухе? Тапки в воздухе, я не знаю. Вот, а посмотри на вот этого с ластами. Мне кажется, он прям чудесно так сидит на самом деле. На этом мы закончим эту наркоманскую серию, но не рубрику. Если ты хочешь видеть новую серию, хоть завтра, как можно скорее, дай нам это знать. Обязательно пиши в комментах и обязательно поставь лайкусик. Давайте сколько наберем? Давайте наберем, я не знаю, давайте наберем 20 тысяч лайков. Сможем набрать или нет? Мне кажется, это слишком много. Мы на такое не способны. Хотя давай проверим. Посмотрим, насколько же сильно все любят эту рубрику. Ставь лайкусик, если набираем 20 тысяч, обещаю то, что новая серия выйдет прям завтра. И обязательно подпишись на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить новую серию тогда, когда она выйдет. Мы тебе вот этим дружным отрядом спасателей Малибу, даже так можно сказать, говорим тебе огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем бородатое пока. Шмотки выбрали, побились, можно и титьки на солнышке погреть.